Региональный информационный канал «Барень-Ньюс» совместно с «Арктик-ТВ» запустил новый проект, посвященный столетнему юбилею города. Корреспонденты веб-портала попытаются создать коллективный портрет жителей Мурманска и предлагают присоединиться к этому процессу всех неравнодушных. Работаю я на электростанции 25 лет. Я считаю, что за кооперативное будущее. Напишите о себе, о близких, кого любите, и помните. Воспоминания не обязательно должны быть связаны с фронтовыми подвигами. Организаторов проекта интересуют и бытовые истории, а также фотографии. Бабушек, дедушек, друзей и товарищей по работе. Всех тех, кто был и остается жителем Мурманска. Своим рассказом можно поделиться на сайте barinews.ru в разделе «Я мурманчанин».